Понедельник начался, а почти закончился. Ёбрик доделан. Ура. Завтра приедет что-то на дуге. У нас появилось, вот, привезли на переспецовку колесо. Думаю, взять в работу, пока его к Ксине прикрепил. Но, думаю, переспецуем, отцентруем, и все будет огонь. Наверное, начну на этой неделе с Сузуки работать. То, как бы, в углу проклятых находиться, это все здорово. Но, я думаю, не совсем здорово. И надо начинать его работать. Ну, в работу пускать. Плюс дрык-тык-дык надо тоже в работу пускать. Сегодня я настолько тупой, что мне Поки этот и Маха, гнилая хрень, еще не пришла. А Сережа уже насмотрелся у Ютуба. И на Ютубе говорят, что резонатор от ТДР 50-го очень годная вещь для Поки. Резонатор на состоянии, ну, наверное, на 3 с плюсом. Есть моменты, но все равно его резать, пилить, пескоструить, т.д. и т.п. В принципе, неплохо, учитывая то, что на ТДР-то по факту не найдешь особо ничего. А тут вот оно есть и найдено. Вот, в России причем. В общем, вот эта вот чудесная штука, это резонатор на ТДР у нас. Все это в сборе. Также тут у нас банка. Вот такая вот банка. Даже есть подобие этого резинки еще целая. Ну так, все заколхожено, конечно, но жить с этим худо-бедно можно. И еще я купил от него же тахометр. Вот такой вот маленький, я не знаю, есть меньше или нет. И я искренне был уверен, что на ТДРе тахометр электронный. А почему-то он оказался тросовой. А может быть... Я просто не знаю, где-то... Я не видел на двигателе троса тахометра. Вот в чем проблема. Если он не электронный, если их два вида, то вот этот тахометр, учитывая его размер, я упорюсь, но я его вкорячу на ТТ-600, чего бы мне это не стоило. Если он действительно тот, кем является. Вот если он действительно... На моем ТДРе он тоже механический, а не электронный. Но мне кажется, что у меня электронный стоит. Ну да ладно. В общем, это так. Планы на далекое будущего, будущего, на будущее, которых может и не настать. А может и настанет. Ой, а так особо ничего больше вроде как и не происходит. Ну вот завтра какой-то мопед мне придут, не помню. По-моему, вы... Блядь. А по-моему, опять ВРХ ко мне приедет, но на дуге. Вот. Да, всего скорее так и будет. Ой, не знаю, что еще рассказать. В принципе, рассказывать особо-то и нечего. Пришел Михаилу долгожданный АИКС. Я и смотрю, и вытираю слезы счастья, потому что, ну, немножечко крыло в сторону смотрит. Немножечко. О, какие го. Слушай, они такие качественные. Хрен прожмешь, как из детского Лего, блядь. Че там? А, ну сальники скоро потекут, они гниют уже. Ну. Да, ну такой вот мотор красивый. А самое главное, что стартер-то как пулемет, но при этом он не заводится абсолютно никак. А еще, если бы ты поставил на резерв, то было бы лучше. Но ты не по... А, это пластиковая защита, кайф. А это, по-твоему, не резерв, да? Нет, это я сейчас переключил, ты в обычном положении поставил. Ну, короче, ручка, походу, недавно отгнила, болты какие-то колхозные стоят и прочее. Ну, так, типа, он, конечно, не ушлепан, но... Но он просто стоял и гнил. А что ты делаешь? Что ты делаешь? Пластик. Нахуя? Да. Свеча с другой стороны. Я вниз хочу посмотреть. Че его смотреть-то? Там говно ослиное будет, да и все. Блять. Ты лучше из круп смотрел. Ну. Ну, да. Короче, я не знаю. Походу это какой-то немножко труп. Зато наклейки все целые. Вот это, конечно, охренеть. Они даже глянцевые до сих пор. А че у баки-то? Ну, сгнивший? Нет. А сбоку что тогда было? Тень так падала, что-то странно. Снаружи. А, ну да, бак не гнилой. Да. Да. Короче, те еще помои, на самом деле. Если бы оно хотя бы завелось, было бы уже неплохо. Но оно не заводится, и, судя по мотору, внутри, я думаю, все то же самое.
Да. Гофра, конечно, это просто потрясающе. В мастерской абсолютный срач. Все это происходит по той причине, что Михаил свой АВИКС делать начал. Вот. Все-таки. Из-под палки, блядь, но начал все-таки делать. На самом деле, ну, типа да, камон гнилой, очень дорого куплен. Но если абстрагироваться от цены, то в целом все неплохо. То есть элементов, которые действительно там прям, ну, из разряда потрачено, умерло, их практически нету. То есть даже пластик весь цел, есть там несколько трещин. Но все, что должно крутиться, ходить и двигаться, оно не крутится, не ходит и не двигается. То есть там заклинившие тормоза, рулевая или ходит, вилка. Ну вот, как бы вилка, ну вы поняли. То есть она вообще из дресни из какой-то, ну там внутри точнее дресня. А так на самом деле, блин, мопед скомпонован очень круто, но есть куча нюансов, которые расстраивают, конечно. Но тем не менее, приложив немного сил, из этого что-то можно все-таки сделать. Разобрал GBL, ну, начал разбирать. Тут, ну, на самом деле все то же самое, что с AX. Ну, как бы получше состояние общее, но весь цикл работ тот же самый. То есть тут пульты вообще, ну, тут все, ну, как бы, все хорошо, но все плохо. То есть смазка везде есть, но ей там 40 лет, этой смазке, грубо говоря. Хотя он вроде 2000 какого-то года. Вот. Ну, худо-бедно, что-то двигается. В целом неплохо даже. Поэтому особо расстраиваться и грустить не приходится. Вот. Это у нас идет вторник. Этот ёбрик уехал. В RX я доделал. Вот. Ну, делаем потихоньку. Даже вроде что-то как-то и успешно происходит. Ну, посмотрим. Просто между делом, ДРЗ, но ничего интересного тут показывать нечего, но сам факт засвидетельствования. Тут заменили масло и почистили воздушный фильтр. Ну, вот там он масло плавает, немножечко уже староватым, но ничего страшного. А Михаил по-прежнему мучается АХ, но в принципе хотя бы уже рулевую сделал, и дальше куда-то это все движется. Ну, в общем, день достаточно продуктивно проходит, и к чему-то он стремится. По-прежнему в мастерской Михаил разбирает АХ. Ему его когда? Когда тебе привезли? Понедельник? Не знаю. Да, а вот сейчас среда, и мне привезли мой Поке. Не хочу даже распечатывать, чтобы не расстраиваться от того, насколько он гнилой, насколько ему хана. Но придется распечатывать все-таки. Блять, что я купил, сука? А так что, ну GBL он делал. Сегодня в RX пригнали еще что-то. Ну, короче, все это фигня на фоне того, что вот эту помойку сейчас надо распаковывать. Короче, заканчиваем этот день. Соревнование по тому, кто самый гнилой мопед купил, выиграл я. Но у механа хотя бы их заводится. А мое говно, ну, типа оно признаки жизни, конечно, подает. Но от него дичайше воняет от этого Поки. Просто дичайше, на нем вот такой вот слой говнища, у него все резинки сухие, все сухое, везли его походу на Баку, из маслобака, тут масло везде натекло, воздушный фильтр как вид отсутствует, но зато у меня серийный номер 293, то есть редкость, блядь. Абсолютной наебкой оказались крылья, я думал, что это полипропилен, ну типа эндуропластик, а это все в круг АБС. Ну, на самом деле, если бы не перехромировка, восстановить его, блин, ну, тут разбирать-то по сути нечего, тут количество болтов вообще минимальное. И самое забавное, да, у него сгнивший бак, ну, сбоку одна часть, то есть бак внутри не гнилой, а одна часть насквозь гнилая. У него все работает, типа, оно хреново, но оно движется, то есть и пульты, и трасса, и тормоза, все это работает. Вот это меня больше всего удивило. Вот, ну короче, вот эти некрухи у нас, некрухи и ничего кроме некрух. И на этом, я думаю, стоит закончить, потому что уже, по-моему, первый час ночи, и пора заканчивать, уже сил никаких ни на что не осталось. Пятница, первый час ночи, мы продолжаем въебывать. Короче, ну, вместе там АХ собирали, Поки собирали,
Ну вот я сегодня JBL наконец-то чуть-чуть все продвинулся, хотя бы вот колесо переднее на него поставить, и уже было бы хорошо. А, резину поменял, балансировал вот на JBL-ке. Сейчас по проводке, тут мелочи туда-сюда. Тысячу раз убирались в гараже, потому что, ну, тяжело. А, ну и вот AX практически собран. То есть технически он сейчас, ну, за исключением резины и звезды, находится в технически идеальном состоянии, можно сказать. То есть перебрано все и смазано все. Все, что можно и нельзя. Этот мой дикий покемон тоже, я его сегодня помыл. Он теперь на ходу полностью. Остается решить вопрос с баком, ну и с деталями, которые надо заказывать, типа вот стекляшки поворотников, лампочку фары. И вроде бы и все. Ну и вот воздушный фильтр решился. Вопрос в итоге, это байковский воздушный фильтр, там через переходник, но тем не менее. Грузики от AX сюда влетели, потому что там у нас теперь на AX ренталовский руль. И ренталовский руль как-то не дружит с грузиками родными. А механ, ну, пластик, короче, доделывает. Там, где трещины были, я ему заварил. Ну и уже, наверное, час сидит, вышлифовывает все это. Но это уже когда ты целый день, точнее уже неделю все это делаешь, уже желание все это делать немножко подпропадает, но что делать, приходится. Вот, завтра, наверное, съезжу фару от Рейда соли и куплю на ТТР на ее, потому что за нормальные деньги и с щиточком пластиковым, который вообще капец какой редкий. Да и, наверное, все. Будем заканчивать этот удивительный вечер пятницы, но хотя у нас он еще не закончен, еще будет продолжаться и продолжаться. И вот сейчас перец собираю, ну вот все вот это вот лохмотье, и на время бросаю JBL, надо делать в RX. Был бы руль, но руль я, наверное, отвезу с собой в эту в покраску, может быть, в понедельник даже заеду им, закину, чтобы уже можно было потом собрать и перед был до конца оформлен. Ну, вот как-то так.